Всем привет! В этом видеоуроке я вам хотела бы показать, как связать вот такую вот безрукавочку на мальчика. Эта безрукавочка подходит на 2-2,5-3 годика, в общем, от 2 до 3 лет. Размеры ее я вам сейчас скажу, для того, чтобы вы ориентировались. Смотрите. По верху обхват груди у нас 27 полуобхват, то есть 54 по груди, но она тянется, то есть подходит и гораздо на больший размер, то есть она, мне кажется, даже на больше, чем 3 годика хватит. Высота ее от плечевого шва до низа 34,5. Высота нашей горловинки, глубина, 14,5 сантиметров. Начинала я вязать с резиночки, затем переходила плавно на остальные части. Вот. Если вам понравилось, давайте присоединяйтесь к нам, начинаем вязать. Для вязания жилеточки нам понадобится пряжа 3 цветов. Я взяла основной бежевый цвет Lana Gold Fine и соответствующие этой ниточки. Я взяла остатки и буду вязать их в двойную ниточку. Они будут, ну, приблизительно по толщине Lana Gold. Также нам понадобится для вязания спицы. Я взяла двух видов спицы, 3,5 для вязания резиночки и 4 для основной пряжи. Также нам понадобятся ножнички, крючок для заправки кончиков, для связывания, для обвязки и так далее. В общем, сантиметр для того, чтобы померить размеры жилеточки, размеры ребенка и правильно нам рассчитать количество петель, которые нам нужно набрать и так далее. Первоначально я измерила размеры ребенка и какие мне нужно на жилеточку. Я измерила, сколько он в объеме груди, в объеме талии. И приблизительно какая мне нужна высота жилеточки. Я сделала вывод, что мне нужна высота жилеточки приблизительно 34 сантиметра. Но если она получится длиннее, мне будет только плюс то, что она будет еще немножко на вырост. Вот. Объем по груди у меня полуобхват получился 27 сантиметров. И полуобхват талии 52 у меня получилось всего. Но у меня, в принципе, жилеточка не будет на талии, как-то там у меня будет мужская жилеточка, поэтому она не будет нигде. Ну, я не буду ни убавлять, ни прибавлять петли здесь. Она будет просто классическая, ровная. Вот. И так будет состоять из таких этапов, как провязывание высоты резиночки, она у меня будет 7 сантиметров. Дальше провязывание лицевой глади в полосочку 12 еще сантиметров. Будем убавлять на тройму, на вырез горловины и провязывать до конца. Далее мы будем делать идентичную спинку, только вместо выреза мы будем делать небольшой такой, в общем, небольшие такие вот убавления для горловины обвязывания сзади, чтобы она не топорщилась. Итак, мы начинаем. Начинать мы вязать будем жилеточку с резинки, поэтому мы берем спицы номер 3,5 и начинаем набирать петелечки. Но петли мы набираем не от начала края, а отступаем хотя бы приблизительно 1,5 метра для того, чтобы потом не присоединять ниточку для сшива наших бочков. Поэтому я вам советую сразу отступить. И начинаете набирать петли наши с одной спицы, вот так вот. Сначала наберите вот так вот 2 петелечки на одну спицу. Затем присоедините вторую. Для чего это я делаю? Для того, чтобы наша крайняя петля не была такой растянутой и широкой, в общем, чтобы она не вытянулась. И продолжайте. Нам нужно набрать для резиночки 60 петелечек. 2 мы уже на спицах набрали. Теперь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. И так продолжаете до 60 петель набирать. Вот вы набрали 60 петель, вытащили одну спицу. Но смотрите, чтобы вы не вытащили спицу ту, на которой набирали первоначальные 2 петли. У вас должны все петли быть на одной спице. Итак, первую снимаете петелечку, вторая изнаночная, потом лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда чередуете лицевая, изнаночная. Мы начинаем формировать нашу резинку 1 на 1. Вот таким вот образом делаем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Чередуем наши петелечки, изнаночная, лицевая, до конца ряда. Довязав последнюю петельку, разворачиваете спицы. Снова первую петелечку снимаете. Теперь у вас вяжете по рисунку. У вас по рисунку первая изнаночная, значит вяжете ее изнаночной. Вторая лицевая, вяжете лицевой. Изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевой. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Снова чередуете изнаночную, лицевую. До конца ряда вяжете по рисунку. До конца ряда. Таким образом мы начали провязывать резинку 1 на 1. Обратите внимание, у вас уже видно начало, такие вот косички. Видите? Вам нужно провязать вот таким вот узорчиком 7 сантиметров высотой. Когда провяжете 7 сантиметров, я вам покажу, что будем делать дальше. После того, как мы провязали 7 сантиметров резиночки 1 на 1, я закрепила кончик наш, вот этот метр закрепила, для того, чтобы он мне не мешал булавочкой, намотала. И прицепила вот здесь, вот смотрите, вы закончили ряд, на начале следующего ряда я зацепила вот такой вот обычным узелком, то есть другой цвет. Вот таким вот образом. Сейчас мы будем переходить на спицы в четверочку. Поэтому первую петельку мы снимаем и дальше провязываем лицевой гладью. То есть все петелечки у нас теперь будут лицевыми. И провязываем полностью весь этот ряд лицевыми петелечками. Снимая со спицы номер 3,5 на четверочку. И провязываете лицевые петли по ходу, переворачиваете. Смотрите, изнаночную вяжете за переднюю стеночку лицевой, а лицевую за заднюю, чтобы у вас косичка как лежала аккуратненько, так она и продолжала лежать. Вот таким вот нехитрым способом продолжаете провязывать до конца ряда лицевыми петельками. Вот я закончила провязывать первый ряд, последнюю обязательно не забывайте, провязывайте изнаночную. Почему? Потому что она кромочная и от нее зависит вид вот этой вот косички. Пришите, и вам будет очень удобно, если у вас будет косичка ровненькая, такая прямая. Вот. Итак, у нас вот эта сторона будет изнаночная. Обратите внимание, вот такие вот, как сказать, как бы вам объяснить, вот как своего рода изнаночные такие вот. Смотрите, с лицевой стороны у вас идет косичка, а это вот с другой стороны. Я даже не знаю, как вам объяснить. Вот, видите, да? Вот это у нас будет изнаночная. На лицевой стороне мы будем вязать лицевыми петлями, на изнаночной стороне мы будем вязать изнаночными петлями. Это у нас будет формироваться лицевая гладь.
Первую петлю снимаете кромочную и продолжаете вязать все петли изнаночными. До конца ряда. Следующий ряд вяжите лицевые и снова изнаночные. Таким вот образом у нас формируется наша лицевая гладь. Полностью все петли изнаночные, с изнаночной стороны полностью все петли лицевые с лицевой стороны. Продолжаем дальше. Немножечко может неудобно, так как большие спицы крупные. Если вы вяжете таким номером, как я, у меня тоже длинные, не слишком удобно. Вот, если вы перевернете на лицевую сторону, вы увидите, что у вас здесь идет и начинается такой ровный, красивый край, я бы сказала, другим цветом. И будем периодически менять цвет ниточки на другой. Наверное, через рядочков 5-7 я сейчас посмотрю. И поменяем с вами цвет ниточки. Так продолжаете вязать лицевую гладью. 10 рядочков. Через каждых 10 рядов лицевой глади одним цветом я буду чередовать и сменять на другой цвет. Затем обрезала ниточку бирюзового цвета моего или цвета морской волны. И присоединила просто с помощью узелка такого другой цвет. Я сначала хотела чередовать цвета и менять ниточку, не обрезая. Просто провязывать первую петелечку, нашу кромочную, двумя, там, тремя цветами, сколько у нас будет на жилеточке. Но потом подумала, так как это детская вещь, и будет очень, ну, громоздко по бокам, такие будут, ну, своего рода крупные швы будут. Поэтому я решила все-таки отрывать и прятать этот кончик. Он будет более, мне кажется, аккуратнее. После того, как вы провязали одним цветом, сменили на другой. И теперь мы должны провязать лицевой гладью 12 сантиметров. То есть мы провязали сейчас, ну, у меня это сантиметра 3-4. Так, сменяя каждые 10 рядов на другой цвет, нам нужно провязать до проймы. То есть еще раз повторюсь, 12 сантиметров всего у нас до проймы должно провязано быть 19 сантиметров. Сейчас вы провяжете 10 рядов другим цветом. Мы посмотрим, я включу камеру, мы посмотрим, сколько это по сантиметрам. Вот, сменим цвет, если это понадобится, и снова будем продолжать. Если у вас расширяется, после резиночки расширяется вот эта ширина, без рукавки, не переживайте, так и должно быть. Мы для этого и вязали, для того, чтобы у нас край был более стянутым, мы для этого и вязали нашими спицами меньшим размером. Вот, видите, он тянется хорошо, этот краешек, просто чтобы не сильно был растянутый такой висячий край. Если честно, я этого не очень люблю. Вот, для этого я сделала пошире резинку и меньшим диаметром спиц вязала. Сейчас, если вы подобрали правильный размер толщины ниточек, у вас не должно колебаться ни меньше, ни сужаться, ни расширяться. Поэтому не переживайте. Вот это сужение, расширение у нас только на первой полоске будет. Вот, видите, я разгладила. Никаких не должно быть дальше сужений. Должно быть прямое полотнище. И так продолжаете вязать другим цветом. Посмотрим, что у нас будет на изменении цвета. Вот я довязала уже вторую часть второго цвета.
И присоединила, как вы видите, уже третий цвет, бежевый наш первоначальный. И так как у нас сейчас провязано 8 сантиметров, ну, по крайней мере, у меня двумя цветами, то есть получается один цвет 4 сантиметра, то, в принципе, я сейчас бежевым еще довязываю 10 рядов. Когда поменяю цвет, буду делать пройму. Вот я закончила провязывать третью полоску лицевой глади. Снова присоединила следующий цвет после коричневого. Я присоединила наш цвет морской волны. И буду теперь, начиная с этого ряда, делать убавки для проймы. Я последнюю петельку, обратите внимание, предыдущего ряда, кромочную и изнаночную, провязала уже этим цветом. Потому что сейчас мы будем убавлять, и нам нужно, чтобы краешек был такого же цвета. Смотрите, мы первую кромочную сняли, вторую провязываем лицевой. И вот эту первую натягиваем на вторую. Одну убавили. Вторую тоже провязываете лицевой. Первую на вторую натягиваете, вторую убавили. И снова третью лицевой. Вот так вот тоже ее натягиваете. И так мы вот таким образом убавили 3 петельки для нашей проймы. Дальше вяжем без изменения этим же цветом лицевой гладью до конца ряда. Последнюю кромочную петлю провязываете изнаночной и разворачиваете вязание. Первую петелечку снимаете, не провязывая. Вторую вяжете изнаночной и точно так же первую натягиваете на вторую. Вот таким вот образом. Это первую убавили. Дальше снова изнаночная, снова натянули. Первую на вторую. Это 2 петелечки. И третью делаем изнаночную. И снова натягиваем на третью, вторую. Вот таким вот образом. И с этой стороны мы утянули 3, сделали убавочки наши петелечки. До конца ряд довязываем изнаночными, без изменений. Последнюю не забываем, кромочную, изнаночную. Разворачиваем наше вязание и первую кромочную снимаем. Вторую провязываем лицевой. И точно так же, как в первый раз, мы протяжку делаем. И второй раз точно так же протяжку на лицевую петлю. До конца ряда вяжем без изменения лицевыми петлями. И снова переворачиваете вязание. С этой стороны точно так же, как и в прошлый раз, только нужно убавить 2. Первая изнаночная протяжка, вторая изнаночная и снова протяжка. Так мы убавили 2 петли, оставшиеся провязываем до конца изнаночными петлями, без изменения. Последняя кромочная изнаночная. Перевернув вязание снова, нам осталось убавить только по одной петельке с каждой стороны. Первую кромочную снимаете, следующую провязываете лицевой и делаете протяжку. Все. Дальше до конца ряда снова лицевые без изменений. Перевернули вязание и убавляем последнюю нашу петелечку. Провязываете изнаночной и протяжку. Теперь это у нас считается первая петля. Нам нужно еще отсчитать 23 петли и найти середину. Так как у нас 48 петель всего на спице, нам нужно через 24 отметить маркером середину. Итак, 3, 4, 5, 6. Продолжаете вязать изнаночными, с изнаночной стороны. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24. И берете, неважно, можете взять булавочку, я беру кусочек ниточки и просто влаживаю между, вот так вот, между спицами. И продолжаю дальше. У нас должно остаться 24 петли. Итак, просчитайте, чтобы не ошибиться со мной. И дальше посмотрим, что у нас получится. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Да, мы не ошиблись и правильно все подсчитали. Что у нас получилось в итоге? Смотрите, мы провязали с вами резинку, провязали 3 полных полоски по 10 рядов, то есть 30 рядов. Дальше сделали на наших 6 рядах следующего цвета мы сделали убавки для проймы. С каждой стороны по 6 убавок. Вот. У нас должно получиться вот так. Теперь, для чего мы отметили середину? Мы сейчас провязали уже с вами, получается, 7 рядов резинки, 12, это 19. И здесь приблизительно 2 сантиметра, то есть у вас сейчас должно оказаться 21 сантиметр вот такого ровного полотна. Вот так. Теперь мы поделили серединку для того, чтобы начать вывязывать наш V-образный вырез. У нас сейчас будет вот так вот делиться на две части, на две половинки наше полотно. И мы продолжаем вязать. Обращайте внимание на цвет, менять. Мы сейчас будем... Сейчас у нас получается другого цвета, уже 6-й ряд. То есть нам осталось провязать всего 4 ряда этого цвета. Мы сейчас будем постепенно в каждом ряду убавлять с этой стороны, получается, со стороны середины. Будем вязать с нашей стороны правую полочку нашу. Поэтому мы будем в конце ряда лицевой стороны убавлять по одной петле в каждом ряду. Затем мы будем делать левую. И точно так же, но уже в изнаночных рядах. В общем, чтобы вас не путать, давайте сначала мы сделаем правую сторону. Затем я вам покажу, как сделать левую сторону. Снимаете первую петлю кромочную нашу и продолжаете вязать лицевыми петлями до нашей середины, пока у нас не останется на спице до середины две последние петли. Дальше я вам покажу, как мы будем убавлять. Так, довязав, вот я уже почти довязала, вот осталось у нас две, я уже начала провязывать. Теперь смотрите, как мы делаем. Можно провязать две последние вместе, но, пожалуй, мы будем делать лучше вот таким образом. Последнюю мы не провязываем, а просто делаем протяжку сверху. Вот таким вот образом. Просто протяжку делаете. Первую мы провязали, вторую мы натянули на первую. Наверное, мы немножечко развернем. Смотрите, чтобы у вас были такие вот, вот таким образом. Разверните петлю, наденьте вторую, вот так вот, чтобы у нас петля была лицевой стороной повернута. Вот, я вам покажу поближе. Вот видите,
Петля лицевой стороной повернута. Затем разворачиваете, уже не довязываете до конца, а разворачиваете. И первую помощную нашу, будем так считать, снимаете. До конца ряда вяжете изнаночную, без изменений. Без изменений ряд вяжете до конца. Последнюю обязательно кромочную вяжете изнаночной. И поворачиваете наше вязание. И снова до конца ряда, до последних двух, вы провязываете лицевые петли вот так вот, до последних двух. Так, чтобы не запутаться, я сейчас пересчитаю. 2, 4, 6, 8. Это уже 9 ряд. То есть мы сейчас будем уже менять ниточку на цвет другой после изнаночного ряда. Довязали. До последних двух довязали. И снова первую вы провязываете, вторую вот так вот, точнее как, первую вот так вот одеваете на левую спицу, первую и вторую, и снова делаете протяжку. Вот, смотрите, петли у вас также повернуты в правильном красивом направлении. Видите, у нас такая косичка получается. И разворачиваете. И делаем до конца ряда последний ряд изнаночный, перед тем, как поменять ниточку, цвет. Вот так. До конца ряда. Ниточки немножко с буклями, поэтому попадаются иногда такие, как вот букольки. Как... Вот, смотрите, мы довязали зеленый цвет. Сейчас присоединяем. Этот цвет отрезаем. Вот так вот. И присоединяем наш двойной желтый. Привязываем плотненько узелком, как обычно. После того, как поменяли цвет, мы продолжаем вязать этот ряд, пока не останется две последние вот эти петелечки до середины. Можете уже маркер, если хотите, снять, но я пока не буду, мне он пока нужен. Я так, ну, лучше вижу, как бы, куда и где нам нужно остановиться. Довязали до двух последних. Последнюю, предпоследнюю провязываете лицевой, возвращаете и делаете протяжку. Вот, вот таким образом. Теперь разворачиваете и с этой стороны, и с следующей стороны снова вяжете до двух последних петель. Снова осталось 2 петли. Первую провязываем лицевой, возвращаем и делаем протяжку. Вот таким вот образом. Теперь снова поворачиваете на изнаночную сторону и вяжете этот ряд и следующий до двух последних. И снова делаете убав. Таким образом нам нужно сократить приблизительно, пока не останется, ну, хотите, оставляйте чуть шире. Я оставлю, наверное, петель 12-13. Это будет и вся моя ширина нашего плечевого скосика такого, я бы сказала. Потому что для шеи ребенка, мне кажется, ну, более чем достаточно, я думаю, убавок получится.
Вот. Пока, в общем, убавляете таким образом с лицевой стороны в конце последние две петли, пока у вас здесь вот на спице, на правой получается, не останется 12, там, или я же говорю, 13 петель. В общем, вы посмотрите, как вам будет, ну, чтобы не слишком узкий был. Ну, я думаю, петель 12-13 будет достаточно. Не забывайте менять ниточку через каждые 10 рядов. Но я думаю, вы не успеете, я включу немножечко раньше, покажу вам, что получается у меня, чтобы вы сравнивали со своим и как бы, ну, смотрели, как бы так подглядывали, так сказать, шпаргалочку. У меня на спице 17 петель, и я поменяла цвет. Обратите внимание, вы тоже поменяйте цвет и продолжайте убавление. Итак, вот как вы видите, я сделала убавочки до 12 петель. Я решила, что это не слишком узко, так как здесь еще будет у нас резиночка, и здесь как бы хотя бы минимальная обвязочка, то в принципе, мне кажется, не сильно узко для ребенка это будет. Теперь смотрите, это как раз у нас получилась 12-я наша, так сказать, не 12-я убавочка, а как до 12 петель, в общем, наша убавочка, получилась как раз 10 рядочков нашего цвета. Я снова поменяла цвет, обратите внимание, переодела, правда, на спицы покороче, потому что мне не очень было удобно, вот, и решила, в общем, продолжить коротенько. Итак, я теперь без изменения провязываю полностью этот цвет. Ну, то есть все 10 рядочков туда-обратно. Последняя, как кромочная, изнаночная, не забывайте. И решила, в общем, провязать без прибавлений, убавлений разных. В общем, ровненько лицевой гладью продолжить вязать эти 10 рядочков. Вот таким вот образом. Все как всегда. Пока левую сторону вы не трогаете, только довяжите до конца без изменения другим цветом все 10 рядочков. Вот. Продолжайте самостоятельно. Я вам сейчас расскажу дальше, что мы будем делать. Вот я довязала 10 рядочков синего цвета, голубого. Я хочу еще буквально пару рядочков туда-обратно провязать этим же цветом для того, чтобы сделать плечевые швы. И мы, не снимая, как говорится, не заканчивая ряд, мы вот эти петелечки снимем на дополнительную, вденьте в иголочку ниточку и снимите просто их на ниточку. Если хотите, оставьте на какой-нибудь спице дополнительной, и неважно какой диаметр у нее будет, сколько миллиметров. Просто переснимите их, я вам советую, или на булавочку можете, или на ниточку. Можно на булавочку, конечно, не подумала я раньше. Вот. И на небольшой кусочек ниточки, важно. И возьмите, оставьте буквально сантиметров, наверное, 30, может чуть-чуть длиннее, если вам ниточки, не так говорится, не экономите. И отрежьте ниточку. Для чего это нам надо? Для того, чтобы потом красиво и аккуратненько закончить наши края. Закончить наши плечевые швы. После того, как мы сейчас вот этот кусочек ниточки вместе с плечом оставим, вот, затем, когда мы свяжем спинку, мы точно так же на спинке оставим и эти открытые петли. Точно так же на этой стороне, на левой, на правой и на спинке с левой, с правой стороны мы оставим открытые петли. Я вам потом буду показывать, как красиво и аккуратненько выполнить наши плечевые швы. Итак, мы закончили правую полочку. Теперь мы будем делать левую полочку. Я сняла все полностью петли со спицы для того, чтобы повернуть. Там нарушена у нас косичка, если мы будем вязать. Поэтому я вам советую повернуть, чтобы косичка ваша смотрела
ту сторону, ну, как бы, получается, в левую сторону. Вот таким вот образом, смотрите. Вот так вот одеваете. В ту сторону, то есть, сзади нее нанизываете, а сзади косички нанизываете ее на спицу. Все полностью петли поворачиваете, потому что косичка сейчас наша лицевая, красивая, будет перекручена, если мы не перевернем петли. Можно, конечно, по ходу вязания, но мне так проще. Можете пересчитать, чтобы у вас было 24 ваши петли, 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 22, 24. Все, у меня все на месте, чтобы ничего не отпустить. И теперь берем нашу ниточку. Вот. И с изнаночной стороны теперь мы будем делать убавление. Я присоединяю свою ниточку. Но не узлом, ничем, я просто так вот присоединю. И я перешла на маленькие спицы, поэтому мне будет немножечко, наверное, удобнее. Так, первую я присоединяю. И все петли. Так вот, первую, наверное, я сниму, будет как кромочную. Все последующие петли я буду провязывать изнаночной. Вот так вот. Все петли я провязываю изнаночной. Кроме последних двух. Последние две мы будем делать на них сокращение. Провязываем все-все-все изнаночные, кроме последних двух. О, меня соскучили. Будьте внимательны, потому что когда соскакивают петли, можно не понять. А теперь смотрите, предпоследнюю мы провязываем лицевую и одеваем ее вот так вот, последнюю натягиваем, делаем протяжку и одеваем на спицу. Теперь с этой стороны, с лицевой и с изнаночной, мы вяжем без изменения на лицевой стороне лицевыми петлями, с изнаночной стороны изнаночными петлями, кроме последних двух, на которые будем делать убавку. Так вот, лицевыми продолжаете вязать до конца ряда. Последние вяжете кромочными и изнаночными, для того, чтобы был красивый ровный край косички. Последнюю немножечко подтяните с этой стороны, потому что с той стороны будет такая свободная петля, и продолжаете вязать с этой стороны изнаночной, изнаночной, и кроме последних двух предпоследняя провязывается лицевой, возвращается на спицу и делается протяжка последней на предпоследнюю и одевается на вторую спицу. Таким образом, смотрите, у нас получаются ровные, красивые убавочки. Здесь немножечко растянуты последние, вы не обращайте внимания, оно все очень красиво поправится, и абсолютно здесь ничего страшного нет. Так, это у нас 2, 4, 6, 8, 9 у нас получается уже ряд цвета. Сейчас мы провяжем 10 и присоединим следующий цвет желтый. И будем убавлять с изнаночной стороны. Точно так же, как я вам показала, предпоследняя вяжется лицевой, на нее делается последняя протяжка. Снова лицевая вяжете без изменений, на изнаночное убавление, на лицевой без изменения, на изнаночное убавление. Делайте, в общем, точно такую же идентичную сторону,
меняете цвет желтенький, потом коричневенький или там какой у вас цвет. Если не меняете цвета, еще замечательно, у вас не будет никаких узелков по бокам и так далее. Вот видите, у меня такой не слишком аккуратный край, но это все, ну то есть я это все уберу крючком при сшивании, ну, мне это, ну, абсолютно не страшно. Делайте, в общем, абсолютно идентичный край. И здесь не забывайте, делайте не 10 рядов, а 12, просто без всяких протяжек, убавлений, прибавлений, просто ровной гладью вяжите 12 рядочков. Потом нанизывайте 12 рядочков на ниточку или на булавочку. И тоже не забудьте оставить ниточку для пришивания, не для пришивания, как... Ну да, можно сказать, для пришивания наших плечевых швов. Но они будут не пришиваться, а провязываться. Я вам покажу, каким образом. Итак, у нас получился вот такой замечательный перед. Вот. У вас должны были остаться открытые петли на плечевых швах и остатки ниточек, такие вот небольшие, для вывязывания. Также у нас получилась вот такая интересная горловинка вывязанная, наши проймочки и наша вот такая замечательная часть, где животик, так сказать. Вот. В общем, первая часть нашей жилеточки перед окончена. Встретимся с вами на второй части при вывязывании спинки.